Картина, знакомая сегодня не только горожанам. Владимир Иванович Изотов, закройщик ателье номер один высшего разряда. Он учтет и пожелания заказчика, и веяния непостоянной моды. Здесь качество – основной показатель. Владимир Иванович помнит об этом на всем пути рождения костюма. И точность в его работе поистине ювелирная. Четвертый десяток лет мастер отдает свои силы любимой работе. В созданные им за этот срок костюмы и пальто можно было бы одеть 20 тысяч человек. Сложность первых шагов Владимиру Ивановичу понятна. Но известно и другое. Выбор модели еще не все. Важна требовательность к своей работе у всего коллектива. И здесь многое зависит от бригады, возглавляемой мастером высшего класса Варварой Мефодиевной Моськиной. Всех их объединяет Владимир Иванович Изотов, кавалер двух правительственных наград, художник, несущий людям радость своим творчеством.